Томат большой Зак. Это самый крупный помидор, который вообще есть. Вот смотрите, в руке он какой большой, огромный. Этот сорт я получил несколько лет назад из Америки. Семена от автора сорта Мини Захарии. У нее эти томаты вырастали по 3,5 килограмма. У меня 5 лет назад вырос плод весом 2 килограмма 650 грамм. Это с учетом, что я сделал перед высадкой рассады, копал глубокую лунку, ложил туда перегной и потом еще подкармливал коровяком, и вырос плод 2 килограмма 650 грамм. На Украине крупнее плода я не слышал, чтобы кого-то вырастал. В этом году они росли просто на грядке, без подкормок, без перегноя. Перегной мы вносили 2 года назад. И вот сейчас посмотрим, какой будет результат в этом году. Начнем. Вот тут у меня 7 плодов. Вот. Это, наверное, самый крупный. Вот его беру за хвостик, он в неправильной форме, как сросшихся 2 шарика. Так. Один килограмм 244 грамма. Берем следующий. 759 грамм. Третий. Килограмм 39 грамм. Четвертый плод. Килограмм и 1 грамм. Восемьсот 95 грамм. Семьсот 81. Семьсот 47. Как видите, этот самый крупный. 1 килограмм 240 грамм. Вот такой вот помидор. И вот эти 2 тоже крупные. 1 килограмм 42. Давайте вот положим вторым. И этот вот 1-килограммовый. Вот эти 3 великана, которые выросли весом больше 1 килограмма. Если хотите такие помидоры, ниже под видео есть ссылочка на мой сайт, моя электронная почта. И пишите, заходите на сайт, скачивайте каталог, заказывайте такие помидоры. Вот. Куст 2-метровый. Плоды красные, мякоть тоже красная. Огромный. Этот вообще красивый, как 2 шарика срослись. Так что бывает помидоры и по 1 килограмму. Максимальный у меня был 2 килограмма 600 грамм. Ну, примерно размер его вот, как эти 3 помидора. Чуть-чуть меньше.
Видите? Все плоды неправильной формы. 895. Ну, эти, конечно, вообще красавцы. Да, и семена вот с этих крупных помидор мы соберем отдельно. Потому что с самых крупных плодов вырастают самые крупные плоды. Есть еще на кустиках несколько плодов зеленых, которые, возможно, будут чуть-чуть больше. Когда созреют, я сниму видео. Это первые плоды. Сегодня 13 августа. Первые плоды большого зака. Все они натуральной формы. На первой кисти, как правило, плоды неправильной формы. Вторая, третья кисть. Плоды уже круглые, сплюснутые. Тоже встречаются неправильные, но в основном вот такая вот красота. Если вы такие не видели помидоры, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, оставляйте комментарии, какой максимальный плод был у вас, возможно, не большого зака, а другого сорта, какой вы выращивали. Прикрепляйте электронную почту мне, фото, видео, мне интересно будет посмотреть, какие у вас вырастают плоды. А много людей получило в прошлом году, позапрошлых годах семена этого сорта. И тоже писали, что вырастают по килограмму и больше. В общем, если вы вырастили с моих семян или с чужих семян, ну именно большой зак, присылайте мне на почту фото, видео. Мне интересно посмотреть на ваши помидоры. Вот такой вон большой зак.